Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Деревообрабатывающие предприятия Кировской области готовы работать для нужд СВО. Глава региона Александр Соколов посетил предприятие «Свечинский лесбытсервис». Основные виды его деятельности – лесозаготовка, лесопиление, деревообработка, производство пиломатериалов и топливной гранулы. Однако на данный момент предприятие испытывает трудности с реализацией продукции. Руководитель компании рассказала, что предприятие готово выполнять оборонный заказ и изготавливать пиломатериалы для фронта и прифронтовых территорий, которым требуется восстановление разрушенной инфраструктуры. Губернатор Александр Соколов поручил зампреду Михаилу Сандалову связаться с Министерством обороны России по этому вопросу. Глава региона отметил, что в области есть и другие предприятия, готовые перестроить свое производство для нужд военных, готовы помогать, например, пилить брус, доски для блиндажей, для перекрытия крыш и многое другое. 5 лет и 25 миллиардов нужно, чтобы дороги в районах стали лучше. Сумму в эфире нашей радиостанции озвучил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков. При этом, по его словам, этих денег хватит только на то, чтобы довести местные дороги хотя бы до 50% соответствия нормативу. Чтобы хоть как-то приблизиться к этим показателям, в 2023 году в регионе выделили 1 миллиард на местные дороги, что ремонтировать выбирали сами жители. Деньги распределят между 7-10 муниципальными образованиями. Недостаточно, по словам Петрякова, выделяется денег и на содержание дорог в районах. В эфире «Экономика». Кировскому бизнесу предлагают выбрать место для размещения сезонных НТО. Речь о продаже мороженого, напитков, сувениров, а также об открытии летних кафе. Прием заявлений от предпринимателей на размещение таких точек ведется в теруправлениях. Узнать, какие места предлагают для размещения ларьков, можно в территориальных управлениях и на сайте мэрии. Там же размещены образцы заявлений. Документы можно подать до 16 февраля. Мария Кожевникова, новости «Экономики» в Кирове. Программа «Экономика».